Спонсор этого выпуска – официальный магазин лицензионных ключей paybyplay.ru. Заходи, выбирай, покупай и играй. Ссылка на сайт в описании ролика. Я смотрю лужи на земле сейчас. Я убью цель Лестера. А у меня дождь идет в солнечную погоду, грибной. Я тоже. Но... Да, у меня тоже, да. У всех. Но при этом разные серверы. Игра надеялась, что мы не заметим. Всех синхронизированная погода, что ли, на серверах? Ну да, у меня дождь, но при этом солнечно. Солнечно также, да. И лучше весь. Да. Может, это тоже... Погодите, может, это все здесь, наоборот? Нет, но я вначале подумал, что ты говоришь так, потому что, мол, сервер полный, и просто две страницы пользователей, поэтому я не вижу. Но я смотрю, у меня всего 12 человек. Поэтому этого не может быть, я тебя не вижу. Дальний Восток — это круто. Дальний Восток звучит как атмосферно. Может, мне на Дальний Восток у вас летать? Дальний Восток звучит атмосферно. Да, я всегда представляю Дальний Восток что-то такое загадочное, и там какие-то почитатели Ктулху еще живут, и вообще там Ктулху неподалеку от Дальнего Востока. Дальний Восток. Нет, это бред. Вот так вот. Порой женская одежда меня заставляет думать, почему я, блядь, девушка не родился. А потом ты думаешь, менструации. Да-да, потом я вспоминаю про это и такой... Такой, мне повезло, да. И все нормально. I'm lucky guy, you know. I'm guy, you know, просто без лаки можно. Но у них плюсы есть, понимаешь? Ты пригласил, да, ведь меня? Да, но я могу тебя еще раз пригласить. Вот, все, мне пришло почтовый кейс, перевод отсутствует. Что? Какой же охуенный блюр. Я поженился на этом блюре. Франклин такой, окей. Говорят, что ты входишь. Я вхожу. Вошел. Нет, ты-то вошел, я просмотрел. Я вхожу. Опасные мысли. О чем ты? Ктулху бывает убьет в соседней квартире. Ктулху убивает в соседней квартире? Я нахуй, бывает у него меня в соседней. Я, кстати, немного зря делал, потому что где я стартую, там и вы появляетесь, а я был просто в горах. Превратись в транса, чувак, у меня уже борода какая-то невероятная была, 18 лет. Ну а чё, кончите, это мешало. Мне нравится фраза «превратитесь», это как... Я хочу, если бы я был герл, я хотел бы быть секси-герл, а не Ктулху, блядь. Зато ты сможешь выиграть эти Евровидения. Ну да. Плюсы есть во всем. Ну чё, кто полетит со мной на самолете или нет? А, на самолете? А, да. Ну, я всех сброшу. Так нам бибикать, типа, бибик. Нам 5 километров теперь до него ехать, надо было нам, конечно, по-другому чуть-чуть все это распределить. Ну ладно, поехали. А ну вы что, сами тогда? Плюс это не сиськи, да даже если без сисек. Секси-герл. Сиськи не нужны, чтобы быть секси-герл, понимаешь? Ну, как бы, желательно. Не обязательно. Желать, ну да, это как бы одно компенсирует другое, по сути. Знаешь, да. А если ты хочешь стать порнозвездой, то тогда да, не обойдешься. Ну нет, да, хотя вообще того на это. Но если ты all natural, как там Саша Грей, то тогда да уж. Там был двигатель, сука, сзади был двигатель. Я ебал. А теперь вы смотрите, как я в елик застрял, где я вылез. Мой труп вылетел просто оттуда и полетел с такой. Тоже полетел как. Интересно, как было бы от первого лица. Жалко, от первого лица смерти нет. Тупо как. Да. Ну чё? Минус два. Минус два, да, он самый. Нет, этот чувак еще не знал. Как знал, что надо садиться за руль. Боком пролетаешь там все просто. Я специально по стилю пытаюсь ехать. Да, по стилю нормально тогда. Вот мы я тоже вот хотел пытались сказать, сиськи, я, как бы, та, главное стиль же еще. Ну опять-таки, все компенсирует. Талант знает, как сделать секси-герл. Где да нет. It needs to be natural, guys. No, я не хочу быть Вачовски. То есть меня вообще эти мысли не посещают, я просто говорю, что как бы они посещают, когда я вижу красивую одежду женскую, вот и все. Точнее, некрасивую одежду. Там это как где-то черт писали, типа, было бы прикольно, если бы каждый раз, когда я чихаю, я менял пол. Было бы интересно.
Ну так же, как в Dark Souls, у тебя в руках оружие ты меняется. Такой, типа, плохие дни, ты такой, лучше чихну, побуду мальчиком. Потом, типа, упс, мне нужно собеседование пройти. Нет, я заору себя на постели. Все будет по стиле. А если ты приболел и чихаешь все время? Ну, тогда проблем. Или там, не знаю, пошел на свидание и раз чихнул. Ты входишь, что ты даже не подходящего уровня, Капа. Хорошо. Да. Эти деревья новые, они просто меня удивляют своим способностью останавливать все на свете. И уже равно от вас. Кстати, а ведь я бы мог бы на военную базу приехать, потому что мы же так и проходили изначально. Она далеко. Вот я могу сейчас Люксор, полететь. Люксор в истребитель не поместится, два человека. Я не понял, и как ты взорвешься? Значит, два человека не поместится. В истребитель нельзя сесть, Дайан. А, не, ну это я понял, но вас тоже нет. Ну да, взорви себя. Не, взорви его. Вот я возьму сейчас как бы военный истребитель и взорву всех. То есть его и я и кейс взорву, и все взорву. Тут спрашивают, а если аллергия на что-то, то как жить так? Чихаю. Я вот говорю, а ты сдерживайся, ну... не чихай. Ты не знаешь, как задерживай дыхание. А если вот ты девушка, занимаешься, а потом бац, чихнул, и парень такой... А ты такой, ща, всех, мне надо чихнуть, побрызгать что-нибудь. А он уже все из окна прыгает. И что делать-то в такой ситуации? Из этого можно хорошую визуальную новеллу сделать, да, я считаю. Да. Вот, а в таком самолете надо вот, это, смотри, какие волны красивые. Да, да. Посмотрите да, на вон. Них. А. Посмотрите на них. Еще ниже. Еще какие ниже. Какие волны, господи. Лучшая вода в мире. Если бы вот сейчас вы были пассажирами, я бы вам показывал. Ты просто сейчас говоришь так. А пассажиров, сука, нет, потому что кто-то водить не умеет. Это я про себя. Я как раз хотел заметить его. А F-Works в данный момент пытается пройти миссию. Переключи на его своте, переключись. Что? А, он пытается пройти миссию? Ну вот я его сейчас и убью. Сейчас, подожди. Я не смогу его убить же. Ты можешь его взорвать? Не могу. Я же пытался, я гранатометом бомбанул нашего, а он просто остался. Нет, не ты его взорвешь, а машина. Я могу бомбануть кейс, Юни. Он просто такой вышел, сейчас я... Он так долго лез на этот краб. Мы просто... Это тролль, это троллизм от Valve. Ой, Valve, блять, Rockstar. Мы до этого также играли, лезли, и нас просто убивают на этом кране. А тут надо по-другому проходить миссии. Хуятый, ты чё там? Хуятый. Влети в недра земли. Я хочу попытаться пройти. Внезапно так, ну. Блин. Я друзей, кстати, по-нормальному не смотрел ни разу. Вот это вот вообще просто, вот, да. Чё, блядь, почему мне все это говорят, сука? Сейчас еще стрим, сейчас через 25 секунд мне то же самое скажут. Хорошо общались, и вдруг вот это вот сказать. Нет, что такое? Еще бы... Ну нет, ладно. Вообще, ну... А, ну давайте попробуем вот так вот всё. Ну ты мудак, сука. Не смотрел друзей, я на тебя подписываю. Смотрите. Окей, я, пожалуй, пойду. Клево, да, дым теперь? Да, охуенный. Он меняется? Да, он меняется. Это патриотичный дым. Вау. Белый, синий, красный? Нет, там был красный, белый, синий. Да. А что это за... Я не помню, что это за страна такая. Не смотрел друзей, дизлайк, отписывай. Нет, ну ты просто сказать такой вслух. Это надо как бы, понимаешь? Все понятно с тобой. Так, так.
Сейчас так бац, и сразу на 300 зрителей меньше. Я смотрел как бы серии, такие-то серии, там, брат, когда пересматривает его раз в десятый, там... Вот, вот это вот нормально. Я смотрел, я по-нормальному смотрел первый сезон и закончил на предпоследней серии первого сезона. Первый сезон они не самые сильные. Самые сильные они начинаются где-то с 5-6. Вот так вот. Тебе идут след. Да я-то не заметил, что меня кто-то. Все, пройдешь миссию, что ли? Да, сейчас. 5 сек. 5 сек, как 2 пальца. Я требую рефонд подписки. Рома просто левак. Такой, пожалуй, не сегодня. Надали за это больше денег. О, левел ап, 30 уровень. Значит, ты не плакал, когда рос Рей. Не пройдено, чё? ФЦО. Мне дважды написали, что не пройдено. У вас закончились жизни, и мне еще раз пишут. Мне еще раз деньги дали. Мне тоже. А у меня, я просто завис. Мне еще дали левел. Качнули, я так. Серьезно, повторю. А я что, я просто застрял у меня. Что происходит? Они мне реально два раза деньги дали, кстати. Просто смотрю со стороны, как все выглядит. Все, он пропал. Взрывайся. Что ты делаешь? Какое же здесь освещение, пиздец, а не игра. Алакбар. А он вышел. Ему не понравилось, что ты его задавил. Покупать билет не знаю куда, так нельзя делать. В смысле? Это ты там, типа... Это как всегда говорит, да? Когда... Да, он так и написал. Типа, покупаешь билет. Купил билет, прилетел враг. Алакбар. А чем все закончилось там-то? Он даже... Его же это, арестовали. Они... Короче... Это знаешь, как есть магазины, где рандомные ключи продают, так это просто рандомный билет. И такие, тебе повезло, ты попал. Тогда он должен дешевле стоить в два раза. Ты попал в Африку и получишь Эболу. Эболу. Мне кажется, хорошая идея. Надо предложить кому-то будет. Типа там, кто у нас новенькие авиалинии, которые готовы на все. Мы как бы... И самолеты 50-50 долетит или нет, ребят? Да, да. 50-50, ну да. Так все есть. Так и назвать и можно. Так и назовем компанию. 50-50. 50-50. Ты сегодня полетишь с 50-50? Да, 50-50 как-то, я не знаю. А сколько примерно выживаемость на самолете? 50-50. It's only the only way to find out. Ну мы поехали. А что, это, я Люксор заказываю? Люксор, да, фига. За рулем ты сегодня? Нет, это же не моя машина. Да, я не знаю, покажи ему пальцем. Поставь ему это... Поехал не туда, он уже поехал не туда. Поставь ему на карте метку. Я не могу, он вышел. Чё, блядь? Да забери просто машину, езжай за мной. Я постараюсь. У Своти Джон Вик, да? Нельзя ее забрать. Да другую, говорю, возьми. Сейчас, дождите. Да, это Джон Вик. Мне нужно пару машин продать, на самом деле. Я вот понял, что вот это хорошая машина, а другая машина уже и не такая хорошая. Зачем она нужна? Хотя, в принципе, и эту можно продать, потому что у меня суперкаров дофига. Зачем мне купить? У меня машины все пропали. Крис, ну спокойной ночи, пока-пока. Я вот понял, что я вот купил дорогую машину, а в итоге не катаюсь на ней, потому что восстановление стоит 10 тысяч. Зачем? Вот бы так в реальной жизни, да? Ну, купить жизни. Машину? Не кататься на ней, потому что боишься. Не, такие проблемы, типа, проблемы, там, катался, не катался. Сука, половина бронежилета нет. Ну, я не знаю, зачем ты выпрыгнул. Да я думал, как бы нормально все будет. А вы где? Мы в аэропорту. Я еду. Да? Мы тогда тебя ждем. Я прям вот со всех ног. Блин, я хотел в другое место сесть. Вот здесь сядет как раз таки по понту шампанское. О, нормально. Я не против. Мы такие сидим и ждем две девочки. Ну я же Джон Вик. Я смотрю на сиськи Губитона пока что. Сейчас. Ну, норм, можно подетальнее было бы, так ничего, да. В жизни так. Я пойду подлечу к Джону Вику, а то у него проблем был. А! Ты задел! Да, надо было шасси убрать. Я вообще-то ехал, я же говорил. Нет жизни.
Мне нужно убрать этот гранатомет, а то я помню, как я один раз такой. Ой, да я тебя ударю битой и взрываю тебя гранатометом. Да, да, да. Ты сказал, а нет, стоп, тогда ты мне... Я такой сказал, полиция, да, стоит не двигаться. И просто... И взрываю. Ты собираешься садиться в этом году или нет? В этом, да. Ты сел? Чё, как шампанское? В принципе, вы можете прыгать, потому что уже мы в небе. Ну все, я прыгаю. Я тоже. Первый пошел. У меня второй парашют есть? Нет. Нету второго парашюта. Нету. 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 Хорошо, что я не спрыгнул с вами, ребята, да? Просто команда А. Да-да, не хватило. Ребята, план простой. И через 5 минут уже... И Рома улетает в закат просто. Такой, ну вас нахуй. И такой, типа, второй, я от них избавился. Что нужно делать дальше? Заказ выполнен, все оказалось проще. Я сказал, что нужно забрать кейсы, что я их высажу. А ты его высадил, что? Нет, я сказал, что они смогут спрыгнуть с парашюта и приземлиться на здание. Прикинь, они поверили. И все. Лол, диалог зэков. Ты собираешься садиться в этом году или нет? В этом году, да. Видимо, на следующий год у человека сидеть в планах нет. Действительно, если смотреть без визуального сопровождения, наш диалог прозвучал странно. Вот с твоей стороны это не круто смотрится, потому что с моей стороны это смотрится очень круто. Не, с моей стороны круто, у меня еще камера такая вот надрёжная. Понимаешь? Просто прыгать, да, 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 да. Ты так вылетел, прикольно. Да, кстати, впервые у меня получилось по-нормально. Окей. Не продолжай по нему стрелять. То есть кто-то на этой крыше прям есть. Вот, сука. Сука, меня ветром сдуло. А сижу, как они все одновременно начали кричать. На это. И мне послушалось, алхаба. Мне кажется, я сейчас опять один сюда приземлюсь, и они меня убьют, они уже меня убивают. Замечательно. Я палю... Окей, тоже он. Я даже не долетел, я даже не долетел. Я лечу вниз, я падаю на землю. Мой труп разбился. Замечательно. Меня поражает, насколько они хорошие стрелки. Да, мне бесит, что здесь аим у них слишком такой читерный. Да потому что... О, я их убил, но при этом... То есть я убил того, что с кейсом, но не взорвал кейс. Да, выстрелил, да. Ром, подберешь еще раз? Сейчас. Как же охуенно с парашютом лететь от первого лица. Ты пропустил свою высадку? Да, и я упал, и хорошо второй парашют был. Че, ты пойдешь купишь еще один? Ага. Мне просто чат пишет, они видели этот фейл, как он выглядел. Это, представляешь, в кран не долететь до крана, чуть ниже пролететь и удариться об забор крана. Я просто от него таким смаченным звуком... У меня, кстати, на стекле теперь кровь такая видна. Там там та ра там там та ра там там та ра там там та в лопасти так раз. И трупик полетел. Ебать! Спецэффекты. Чё, все удачно приземлился с посадочкой? Хорошо. Скажи, агент Итан, как там тебя, если миссия не выполнена? Скажи, когда будет миссия выполнена. Скоро, сейчас я... Так, там здание чувак окей, есть, бегу кейс и валю отсюда. Прыгай с парашютом. Валю. Прыгай с парашютом, быстрее. Я прикрою тебя. Стоп, а где второй парашют? Его нет! Его нет! Его нет! Забыл купить парашют, но бывает. То чувство, когда тебя наебали в оружейном. Как бы второй парашют не прилагался бесплатно. Ой, сука. На себе вертолет набит вот тут немного.
заебал эту миссию, она такая веселая, блядь. Ну, я бы тебе все сделал, если бы мне не оказалось, что второго. Ну, иди закупайся парашютом, мы пока поедем за... Вертолетом. Че, светофор? Офигеть, я только сейчас понял, что надо. У столбов есть кнопочки. Все, высаживайся. Оп-оп, прям как... Я думал, получится как... Джон Вик, прямо ты, конечно. Не, главное вот так вот. Я потом иду вот так вот. Я купил, жду вас. В Лос-Анджелесе вот была лампа. Полетели. И здесь лежал бомж, он ее полностью сделал как свой дом. Реально он ты стоишь? При этом полностью укрыл солнце, чтобы она сильно его не пекла. Чувак. Ты живой? Блять, что? Своти, ты собираешься эту миссию играть хотя бы немного? Прости, но это было весело просто. Да, он встал на вертолет просто рядом и стоял у меня на моих РПГ и прочем. Я почти прилетел. Ну что, Ричард, ты попытаешься, как бы, Итан? Я забыл, как зовут главного героя в миссии по нему. Итан, бля! Итан, бля. Итан, бля. Я готов, детка, позвал. Главное, не вставай рядом никогда, всегда садись. Совет из личного опыта. Только вот сейчас проверял буквально. Да, я вначале думал, что тебя винты убьют, и мне сейчас засчитают, что я тебя прикончил, потому что ты об мои винты убился. Ну, в итоге все оказалось куда проще. Ты так подпрыгивал, прямо прическу себе новую делал. Я же Джон Вик, я рисковый парень. Могу делать прически так, как я хочу. Я вначале расчищу немного тебя, тут я не думаю, что ты приземлишься. Ну, конечно. Да только в этот раз Кейс будет ходить, а не просто стоять на месте. Я-то там взорвал их. Ой, хорош, Рома. Спасибо. Ох, ебать, ты это... Я его бросил. You fucking kidding me? Опс. Сейчас так убьют. Ну, с бибирекой чувствует. Спецэффекты просто пиздец. Я беру кейс и валю отсюда нахуй. Блять, только попробуй меня убить с первого раза, тварь. Где кейс-то ебучий? Он там лежит, он над ним. Давай, прыгай, я смотрю за тем, так как прыгаешь. На этот раз есть парашют, я надеюсь. Мне кажется, Ричард где-то застрял там. А что это было? Покончил с собой. Ты что, застрял в здании, что ли? Нет, теперь он на асфальте на ближнем. Но вопрос... Как ты умер? Я не знаю, у меня был второй парашют, я не понимаю, как это работает. Теперь он на асфальте лежит как-то. Может быть, он на кнопку Y открывается? Нет, а по идее ты должен лететь все равно как парашютист, а не как, когда тянет парашют. Блин, эти саны от этих джипа, они немного... Окей, спасибо, что вы меня подбиваете, но я как-нибудь отойду. Я не понимаю, я проверил, что у меня было два парашюта. Вы видите, как этот сраный джип уворачивается от моих... И вообще похуй. Он такой, сука, попади. Попади. Кто не попадет? Ты не попадешь, такой, блядь. Он меня сейчас убьет. Сейчас тебе на расстоянии 3 километра попадет с пистолета. Нет, такой, а им нормальный, как бы, не переборщили, нет. Стреляет как в реальности. Разумеется. А куда он делся? Пока не пойму. Сука. Мне сразу его надо открывать, что ли, этот парашют, или что? Второй раз. Как это работает? Видели, типа... как я их перевернул там нахер? Я понял. Я могу... То есть... Твой парашют второй находится в той сумке, которую ты одеваешь. Если ты приземляешься, то ты не сможешь второй раз прыгнуть. Ну, хуево. А, то есть один парашют, только пока летишь два раза. Да, типа там запасной внутри находится. Понятно. Либо ты его можешь раскрыть, либо ты врежешься, как я врезался в кран и раскрыл второй раз.
Тогда тебе такой вариант, если ты хочешь два раза парашют использовать на своем вертолете лететь, а потом сесть, допустим, вертолет Ромы, вылезти и обратно поспрыгнуть. Будешь каждый раз забирать вертолет. Ой, это парашют. Ну, может быть, как вариант. Может быть, там где-то на здании парашют лежит? Вряд ли. Ну, может и лежит, но, блин, искать его. Белый автомобиль встал так. Специально, сука. Он так удобно прям остановился посередине. Ну-ка, пошел. Блять, я пробил колесо. Я как бы все равно пройду эту миссию. Я знаю, что я единственный, кто и проходит эти миссии в итоге, но... Мало ли. Прекрасно. Но тогда все равно было адреналиново, даже вот тут конец. Я летал, этот говнюк и вообще не взрывался, это было очень страшно. Потому что меня чуть не убил. Меня никто уже больше не преследует. То есть я убил 4 машины и все. А накинул нафиг, ребят, что ты задолбал? Возможно, нахуй этот кейс. Да, так, блин, ребят, он реально нам нужен. Да в задницу. Че там хоть вообще? 50 человек погибло. Блин, новых нанимать, это больше половины нашего штата. Что за фигня? Нам еще здание достраивать, там. Небоскребы. Да. Сейчас я мне задолбал ехать на эту машину. Ну, они такие, ну вот же, пешком идет, может мы хотя бы сейчас... Нет, нет, набей. Задница. Они, да, небоскреб штурмовали, все нормально. Они обойдутся. То есть мы обойдемся. Вон, мне 16 тысяч, отлично. Я тоже, да. Хорошо, много опыта и много денег можно ее фармить. А что это мне не дают сказать, нравится, не понял.